Привет, друзья! На моем канале есть видео, посвященное плетенке Sunline Braid 5. Этому видео уже порядка, наверное, 3 лет, я специально не смотрел. Сейчас на него где-то появится ссылка, чтобы вы вообще представляли, о чем речь. Так вот, это видео полно моего негодования, потому что эта плетенка у меня, в общем, с ней у меня не получилось. Ну, не просто потому что как-то сложилось, а просто она была бракована, и она, в общем-то, у меня начала разваливаться в руках. Ну, об этом я подробнее говорю, собственно говоря, в этом видео. На самом деле, видимо, с первыми партиями этой плетенки были действительно какие-то проблемы, потому что именно под этим видео я получил как шквал негодования, что, мол, я все вру, так и другие люди мне писали, которые говорили, что у них такая же проблема. То есть, причем покупали две одинаковые, причем человек писал, покупал две одинаковые плетенки в одном и том же магазине, в одно и то же время, просто две бобины. И, в общем, одна нормальная, а одна вот тоже так вот разлазится, разваливается, ну и так далее. Это я говорю просто, чтобы вы вкратце представляли, о чем сейчас пойдет речь. Ну, кто хочет более развернуто, смотрите мое, соответственно, видео в подсказке. Но это был краткий экскурс в историю, суть на самом деле этого видео будет в другом. Дело в том, что ко мне недавно обратились из сервисного отдела компании MIDA. А компания MIDA это, насколько я понимаю, официальный дистрибьютор или представитель, или как-то так, надеюсь, я ничего не путаю, компании Sunline в России. И они выразили, естественно, сожаление о том, что произошло у меня так с плетенкой, и предложили мне следующие как бы возможности или условия о том, что если я эту плетенку, то есть Sunline Braid 5, который у меня остался, с которой у меня проблемы, вышлю им на исследование, то они мне, соответственно, ее заменят на любую другую, которую я выберу из модельного ассортимента Sunline. Естественно, на такие условия я согласился, потому что это, ну, это интересно. А вообще, я на самом деле удивлен, то, что именно в компании рыболовной, хотя, может быть, и зря удивляюсь, но просто удивлен, то, что в компании рыболовной есть отдельный сервисный отдел, или центр даже, который занимается вот такими вот проблемами. Ладно, в любом случае, кстати говоря, все логистические расходы, я нашел эту плетенку у себя, часть, которая осталась еще с 3 года, она где-то у меня намотана была, небольшой кусочек. Нашел эту плетенку, отправил им, и все логистические расходы, в общем-то, понесла принимающая сторона. Я как бы ничего не затратил на это. И, собственно говоря, выбрал из модельного ряда плетенку, которая мне понравилась, а мне еще в подарок предложили еще одну плетенку, чтобы, так скажем, скрасить те годы отчаяния и разочарования, которые были у меня после Braid 5. В итоге я выбрал две плетенки, которые мне понравились, и сегодня я про них расскажу. Просто у меня давно уже не было в руках плетенки от Sunline, особенно топовых версий, так-то они обычно у меня проскакивают разные, но в основном последние года я сижу на YJK. И вот сейчас у меня появилась возможность пощупать, попробовать на рыбалке две топовые новые плетенки от Sunline, о которых я сегодня просто кратенько чуть-чуть расскажу свои первые впечатления. На самом деле то, что произошло, оказалось очень в кассу, потому что буквально неделя две я бы заказал себе уже проверенный мной за несколько лет шнур YJK VX8, который я использую на мясорубке под воблеры, под крупные воблеры. Я использую размер 1.5, это, по-моему, максимальный его размер. Ну, в общем, за многие годы он меня устраивает своей износостойкостью, своим вылетом, ну и вообще своими возможностями. И так как он у меня уже подошел к концу, я буквально вот думал его заказать, и тут, в общем-то, случилась такая ситуация. И теперь я стал обладателем вот такого вот шнура. Это новинка 2016 года от Sunline, какой-то их специализированный морской шнур, который называется PE Jigger Ult. Ну, Ult, наверное, Ultimate. А, ну да, Ultimate PE Braided Line. Это восьмижилка. И, в общем-то, на самом деле, как бы, какие-то тут технологии применены, я не разбираюсь в этом, поэтому говорить не буду. Если вы сами захотите, вы всю информацию сами загуглите. Единственное, что отличие вот этого шнура, которое бросается в глаза от остальных шнуров, которые у меня были, это наличие размера 1.7. По крайней мере, я ни у одной другой фирмы не видел еще размеров именно промежуточных таких, то есть там 1, 1.2, 1.5, а потом идет разрыв 1.5 и 2. На самом деле, мне, в принципе, для моих целей, я просто сейчас объясню, почему я взял 1.7, мне, в принципе, для моих лодочных целей 1.5
хватает просто с головой, и, в общем-то, я не собирался с этого размера никуда спрыгивать. Но в этом году у меня не то что преобладает, но часть моих рыбалок приходится на микроречки, на какие-то закоряженные условия, на какие-то такие, в общем, где нужен иметь все-таки небольшой запас. Двойку мне ставить не хочется. Ну, в принципе, можно, но не хотелось. Полторашка мне казалось маловато. И тут, в общем, такой случай, то, что появилась возможность взять 1,7. Как бы и не туда, и не сюда, ни этим, ни этим. И, собственно говоря, я так понимаю, я сравнил его с вот этим шнуром. Это Upgrade X8. Да, Upgrade X8. Это полторашка. И, соответственно, сравнил с 1,7. И, в принципе, по толщине получается, что вот, ну как... Опять же, это все визуально. Вот этот вот 1,7 чуть-чуть толще. Чуть-чуть толще, а разрывная его нагрузка по сравнению с 1,5 от того же Sunline, ну я про эту плетенку говорю, она остается, она увеличивается на достаточно приличное количество, на 5 лб. То есть, на мой взгляд, увеличение совсем чуть-чуть как бы размера, а по килограммам достаточно большое. Я... не испытывал его на разрыв, я не проверял, правда ли здесь написано, что это 30 лб 13 кг. Потому что я обычно, когда плетенки для себя покупаю, я этого не делаю, как бы, потому что плетенка проявляет все свои качества так или иначе на рыбалке, и становится ясно, что она может, что она не может. Ну, кстати, здесь вот у этой YGK, немножко про нее скажу, здесь заявлено 30 лб для полторашки, но YGK, вообще вот это Upgrade X8, они врут. Они врут с разрывной нагрузкой, но они врут как? Я думаю, что, наверное, в каких-то лабораторных условиях YGK действительно на апгрейде получает вот эти вот порой фантастические цифры по разрывной, но в каких-то лабораторных тепличных условиях. В реальных же условиях реального пользователя на узлах, там, на безузловках, этот все-таки размер меньше. Это уже отмечали многие люди, которые сначала плевались от этой плетенки именно из-за того, что ее... указанная разрывная не соответствовала тем ее ожиданиям, которые они ожидали. Так, с плетеночкой 1,7, я думаю, все понятно. И вторая плетеночка, которую я себе выбрал, это вот такая вот нитка. Называется она PE-EG Ult, тоже Ultimate. И здесь пометка стоит Higher Stage. То есть, если переводить дословно, то это высший ранг, как бы, да. Наверное, примерно так будет этот перевод звучать. То есть, это плетенка высшего порядка. Я так понимаю, одна из самых топовых серий. Опять же, ориентирована она, это морская плетенка, и ориентирована она на ловлю кальмара. Опять же, что-то более конкретное, кроме этих данных, я сказать не могу. Единственное, что по отзывам, опять же, вот эти плетенки, они очень износостойкие. Они очень крепкие на разрыв, очень хорошо держат и очень износостойкие. Опять же, эта плетенка у меня пойдет под микроречки, ну, микро-средние речки, лодка и берег для ловли головля. Как раз таки 0,8 плетенка с каким-то запасом, чтобы не терять дорогие воблеры, мне будет очень кстати, я с удовольствием ее попробую. Ну и от себя добавлю такой момент, то что... Именно вот тактильные ощущения от плетенок, они, конечно, очень классные. Именно вот на ощупь, но я не знаю, просто настолько она гладенькая и кругленькая, если говорить про 1,7, прямо когда руками ее щупаешь, реально получаешь удовольствие. Я думаю, что люди, которые пробовали эти плетенки, меня поддержат и поймут. Ну, а эта 0,8 плетеночка, она, конечно, реально тонкая, но она как и все дорогие японские плетенки этого размера, она реально тонкая, гладкая и круглая. Ну, и я надеюсь, то, что мне говорили по ее надежности, оно все так и будет, потому что, ну, воблеры свои терять не хочется. А места, в которых вот уже несколько раз был, правда, пока безрезультатно, они как раз-таки очень сильно располагают к тому, что куда-то все равно рано или поздно либо ветром воблер закинется, либо сам по недосмотру закинешь. Ладно, какие выводы я могу из всего этого сделать? На самом деле это видео было не то, чтобы похвастаться моими новыми плетенками, а у этого видео, на мой взгляд, есть определенный смысл и вывод, который я хочу лично вам сказать. Кстати, насколько я знаю, случай с заменой плетенки компании МИДа уже не первый, потому что моему коллеге по видеорыбалкам Сибиряку 2007 тоже компания меняла плетенку
X-Cast, кажется, было это несколько месяцев назад, ну и вот теперь заменила мне. И мне кажется, посыл в данном случае здесь, по крайней мере, как я это вижу от компании МИДа другим всем остальным рыбакам, не то, что она меняет, я надеюсь, так никто не подумает, именно каким-то конкретным людям, конкретным видеоблогерам, а именно она просто делает посыл, делает публичное заявление о том, что у них есть определенные сервисные обязательства, сервисный отдел и, соответственно, сервисные обязательства перед пользователями той продукции, которую они поставляют на наш рынок. И что любой человек, любой рыбак, имея какую-то проблему типа моей или, может быть, еще какую-то, может в эту компанию обратиться, и его вопрос так или иначе таким или иным образом будет решен. По крайней мере, так я вот вижу эту ситуацию, и, собственно, об этом я хотел вам сказать. Что ж, надеюсь, это видео так или иначе было для вас полезным. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Жду вас в комментариях.